не какая-то непреодолимая преграда. Видишь, таблица таблицей, но не получается то, что он хочет видеть. Не идет. Вот еще один мяч может лететь в ворота Манчестера и влетает! И влетает! Сколько сегодня событий. Английская молодежь забивает голы. Крошечный. Совсем малют, мышонок прям буквально, вот так вот на вид. Что у человека в жизни? Он в третьем дивизионе играл, сейчас он выходит и забивает команде Гвардиолы. Ой, слушай, после истории с Варди, я думаю, вот эти вот английские истории можно даже не вспоминать, когда человек играл в четвертом дивизионе, а потом стал чемпионом Англии и лучшим игроком чуть ли не всего света. Но вот эти вот такие трогательные моменты, когда вся команда бежит...